Святая великомученица Екатерина. Екатерина, святостью небесной облаченная, ей в жизни посчастливилось с Христом себя связать, с предвечным Сыном Божиим в видение обрученная. Всем прочим, кто к ней сватался, сумела отказать. Умна и образованна, красивая и юная, души и тела целостность дал Бог ей сохранить. Зато ее гонители схватили ночью лунною, чтобы судом неправедным пред миром очернить. На христианку верную власть римская злобилась, а та все муки адские с достоинством снесла. Прошла весь путь за Господом и святости сподобилась для жениха небесного, сама себя спасла. Колесовали девушку, а после обезглавили, исполнив императора безжалостный приказ. Великую подвижницу уничижив прославили. Екатерина молится с тех скорбных дней о нас. Великую подвижницу уничижив прославили. Екатерина молится с тех скорбных дней о нас.